Дорогие зрители со всего мира, все мы присутствующие здесь приветствуем вас во имя Иисуса из Претории, столицы Южной Африки. Я верю, что все мы увидим проявление небес больше, чем мы видели когда-либо. Но нам нужно подготовить атмосферу, чтобы небеса могли прийти в Церковь Иисуса Христа. В начале этого года мы с вами говорили о том, что если Бог что-то будет делать на земле, Он будет делать это через Свою Церковь. «Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Вне зависимости от того, к какой деноминации относятся верующие в Иисуса Христа, все мы — семья. Все верующие в Господа Иисуса Христа рождены свыше. Я думаю, что сегодня нам нужно поблагодарить Иисуса за Его Церковь и за то, что Он всю Свою Церковь держит под контролем. Не только нашу Церковь, но все церкви по всему миру. И в Азии, в России, в Африке, в Южной Африке Он строит Свою Церковь. Вы понимаете, что сатана противостоит всему, что делает Бог? Если Бог любит Церковь, то сатана ненавидит церковь. Если Бог строит церковь, то сатана пытается сделать все, что только может, чтобы разоружить церковь. Он не станет это делать снаружи. Он всегда пытается сделать это изнутри церкви. Многие бизнесы устраивают бизнес-ретрит. Мы же вместо этого устраиваем бизнес-адванс, что значит продвижение вперед. Мы планируем будущее, а не остаемся в прошлом. На прошлом нашем адвансе. Я привел множество примеров церквей и движений не только в мире, но и здесь, в Южной Африке, которые были использованы Богом значительным образом. Но сегодня это уже не так. Сейчас они жалкая тень того, что было раньше, и мы должны учиться на их ошибках. Кстати, Гитлер не учился на ошибках других людей в истории. Иначе он знал бы, что случилось с Наполеоном, и не напал бы на Россию зимой. Итак, мы должны понять, что сегодня делает Бог, и как сыны Сахара, мы должны различать времена и понимать, что мы призваны к Богу и призваны через Церковь. Поэтому если Бог будет что-то делать, то, как мы видели в 3 главе Иаиля, Он будет делать это Сиона. Сион — это Церковь. Опять-таки Иисус сказал, «Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». «Я построю Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Павел говорит, что главный дом и строитель положил основание, чтобы каждый человек мог научиться класть правильное основание, потому что работа каждого человека будет испытана. И сегодня я хотел бы остановиться на том, что вы либо друг церкви, либо враг церкви, и тем вы быть не можете. Вы либо за церковь, либо против нее. Мы говорим не о нашей поместной церкви, но о церкви Иисуса. Нельзя быть прихожанином здесь и быть против баптистов, или быть против католиков, потому что реформированная церковь или нет. Иисус сказал, «Я построю церковь Мою». Поэтому, когда вы попадете на небеса, первое, что должно отпасть от вас, это ваш ярлык. Есть одна церковь. Но в ней много племен, множество семей. Как Израиль был единым народом, но у них было 12 колен. Поэтому Бог начнет соединять людей из разных церквей вместе ради своих целей, чтобы установить свое царство. Поэтому да, мы разные. У нас у каждого своя ДНК, как имеет свою ДНК каждая семья, как семья Бошев, к примеру. Это не означает, что мы единственная семья на планете Земля. Но это означает, что как отец, как глава семьи, вы должны созидать свою семью.
У вас могут быть одинаковые фамилии, но вы из разных семей. Если мы не будем почитать то, что делает Бог, мы можем оказаться теми, кого использует враг. Много людей нападают на Церковь Божью и говорят против других христиан. И при этом думают, что делают Божье дело. Помните, что обольщение — это когда вы думаете, что делаете правое дело, но вы не правы. Иначе это не обольщение. Если вы обмануты, а вы думаете, что вы правы. Поэтому мы всегда должны возвращаться к Писанию и смотреть, что говорит Слово Божие. Потому что Библия стоит выше вашего мнения, культуры, цвета кожи, традиции. Бог превознес свое Слово над всем этим. Его Слово работает в каждом народе. Те же принципы действуют как в Южной Африке, так и в Америке и в Азии. Иисус говорит нам, как Он построит свою церковь. Он сказал «на сём камне», что значит «на наших отношениях с Иисусом». И также «камень» означал Петра, который будет исполнять его цель. Я повторю, Бог — тот, кто собирает, а сатана — тот, кто разбрасывает. Бог объединяет, а сатана разделяет. Поэтому вы либо созидаете церковь, либо разоружаете ее. Но никогда не то и другое. Разрушать в строительстве можно только в том случае, если в здании стена построена неправильно. Поэтому Павел призывает нас быть внимательными в нашем домостроительстве, потому что наша работа будет испытана. Но не нужно разрушать то, что строит Бог, если только вы не выступаете против самого Бога. Я скажу вам то, что очевидно. Нельзя сказать, что любишь Бога, если не любишь брата своего. Нельзя быть якобы за Бога, но при этом против Его церкви. Нельзя быть нигде, но при этом судить других. Просто нельзя. Я каждые три недели хожу стричь мои три волосины. Я знаю, о чем говорю. В парикмахерской происходит масса пустых разговоров. Не обижайтесь, если я задел вашу профессию. Они не являются членом какой-либо церкви, у них есть какой-то опыт с Богом, и они утверждают, я христианин, но мне не нужна церковь. Ты нелегал. Это все равно, что сказать, я кирпич, но я не буду частью здания. Как кирпич, ты был создан для того, чтобы однажды стать частью этого здания. Скажите «Аминь». Никому и дела нет до кирпича, который просто валяется и не встроен в здание. Поэтому как член строения, а мы сегодня увидим в Писании, что Бог по своему благоволению размещает членов в своем теле, если Бог меня туда поместил, то кто я, чтобы ему противоречить? Если Бог положил цемент, дабы приклеить вас, не нужно отрывать себя из-за того, что вас кто-то обидел, или у вас слишком высокие амбиции, потому что Бог созидает свое тело. Бог посвящает много времени на то, чтобы дать людям нужные отношения и поместить их в нужное место, дабы было утверждено Божие Царство, и люди могли переживать небеса. Вы знаете, что мы собираемся построить в Притории библейскую школу и молодежное здание, а также построить молитвенную башню в Йоханнесбурге. Нам поможет в этом Луи Пелч, прекрасный муж Божий и великолепный специалист в строительстве. Хорошенько поприветствуйте его. Я выгляжу умным, но на самом деле я окружен умными людьми. У нас в церкви много юристов и руководителей строительных компаний. Спасибо Богу за ваш опыт. Я умею проповедовать, но вокруг меня люди, которые отлично разбираются в различных сферах. Я отдаю вам должное. Я понимаю, что нужно разумно подходить к материалу для строительства. Нельзя, имея всего один мешок цемента, решить строить здание. Или, имея кирпич, решить вставить его в структуру крыши. Или, имея черепицу для крыши, вставить ее в фундамент здания. Мы живые камни. Порой настолько живые, что Бог даже не может нас ухватить, так сильно мы брыкаемся, а Он желает поместить нас в правильное место, где мы станем зрелыми и благословенными. Мы глина, а Он горшечник, но порой мы спрыгиваем с гончарного круга, потому что нам якобы некомфортно. Поэтому в послании к римлянам Павел говорит, станет ли изделие, говорит мастеру, почему ты создал меня таким? Когда мы сопротивляемся, Бог говорит, «Я занят тем, чтобы сделать тебя зрелым, дабы ты стоял на скамье хора».
пока я не продвину тебя вперед. Но если ты проигнорируешь процесс и выскочишь из хора раньше времени, и выйдешь к кафедре, хотя я не призывал тебя, то ты нанесешь ущерб самому себе, потому что мне лучше знать времена и сроки. Я горшечник, а ты глина. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Бог не просто проводит собрание. Его цель — построить Царство Божие. Я буду повторять это миллион раз в этой проповеди, потому что я хочу, чтобы вы уяснили это для себя. Когда я это понял, это изменило мою жизнь. Бог — строитель, и у моей жизни есть цель. Поэтому сейчас я хотел бы нажать на паузу и поблагодарить всех волонтеров, кто верно служит каждое воскресенье по всем нашим филиалам. Спасибо вам. Давайте поблагодарим всех наших волонтеров, также тех, кто снимает служение на камеру. Мы благодарны всем вам. Звукооператоры, детские служители, молодежные служители, лидеры домашних ячеек, музыканты, служба порядка. Спасибо вам всем. Спасибо всем, кто приветствует людей. Я мог кого-то забыть, но эти аплодисменты для всех, кто служит. Кто-то из вас переживает в жизни неприятности, но все же вы служите в Доме Божьем. Я хочу сказать вам, что за то, что вы строите Божий дом, Бог будет созидать ваш дом. Бог благословит вас. Вы стоите за Бога, а Бог постоит за вас. Вы исполняете Божьи цели. Бог поднимет вас над вашими целями. Если вы чтите то, что чтит Бог, Бог почтит ваше призвание и благословит вас. Если вы уважаете Церковь Божью, Бог сделает так, чтобы люди вас уважали в том месте, где Бог вас поставил. Одно из самых важных, что я уяснил, нужно любить церковь. Я принял спасение во времена, когда проповедники были законниками. Это было 38 лет назад. Все друг на друга нападали. Реформированные христиане атаковали людей из пятидесятнических церквей, а те, в свою очередь, нападали на харизматов. Харизматы нападали на католиков. Все друг на друга нападали. Сатана тогда устроил себе отпуск, ему даже не нужно было ничего делать. Вы исполняете Божью работу или исполняете работу дьявола? Бог сказал, «Я создам церковь мою». Итак, вы созидаете Церковь Иисуса, или ваша задача ее разделить? Я сегодня хочу положить фундамент, потому что в Евангелии от Луки Иисус говорит, «Невозможно не прийти соблазном». Рано или поздно ваш брат, христианин, вас чем-то заденет. Ваш лидер вас чем-то заденет. Даже сам Иисус назван краеугольным камнем преткновения. Иисус назван камнем преткновения. Даже сам Иисус станет для вас преткновение. Он использует для этого проповедника, который скажет что-то, что вам не нравится. И что бы вы тогда делали? Я найду себе другую церковь. А затем туда пригласят спикера, и он скажет что-то, что вам не понравится. И что тогда будете делать? Я не хотел этого говорить, но спасибо за подсказку. Итак, что вы тогда будете делать? Великий муж Божий Джон Рубер, пастор церкви на острове Слоновой Кости. В его церкви 100 тысяч человек. Он приехал к нам в церковь и проповедовал. Он говорил о том, как мелит зерно в ступе, пока оно не превратится в мелкий порошок. Каждое зернышко должно быть полностью перетерто. Он сказал такие слова. Порой Бог использует пастора как толчок в ступе, чтобы сделать вас пригодными для использования Богом, для того, чтобы вывести человека из зоны комфорта и привести к зрелости во Христе. Если вы не жаждете этого и не готовы возрастать в Боге, то вы так и останетесь младенцем. Кто-то вас обидит, может, сядет на ваше место в зале, у кого-то в церкви была сложная неделя, и он или она вам нагрубит, может, сорвется на вас невзначай.
Скажем, женщина была за рулем, она красила ресницы тушью и одновременно разговаривала по телефону. Только не надо говорить мне о том, что женщины могут делать много дел сразу, не тогда, когда она за рулем. Я уяснил для себя, что если ты любишь Бога, ты должен любить то, что любит Бог. Я хочу говорить об этом, потому что если мы хотим, чтобы Бог двинулся, мы сначала должны привести здесь все в порядок. Кто-то из людей вас злит настолько, что вам хочется их ударить, правда? Или сказать им все, что вы о них думаете, вы хотите отреагировать, но смотрите, что говорит Библия. Посмотрим с вами, в чем суть христианского хождения и домостроительства веры. Перед тем, как говорить о мире и о том, что мы призваны любить людей, не забудьте, что мы должны любить Божью семью. Кто-то сильно хочет приводить грешников к вере, но при этом в церкви они ведут себя так грубо и осуждают всех. Библия говорит, что суд начнется с Дома Божьего. Если в Доме Божьем не будет настоящей любви, а мы говорим о многих аспектах Божьей любви, то не думайте, что придет пробуждение. Потому что топливом для пробуждения является Божий огонь. И в послании к евреям сказано, что наш Бог есть огонь поедающий. Этот огонь — это огонь Божьей любви. Божья любовь, во-первых, меняет сердца людей, и они начинают отвечать Богу взаимностью. И, во-вторых, она дала людям любовь к человечеству, чтобы они могли стать неудержимой силой, которая изменит этот мир для Иисуса. Это любовь жертвенная. Когда Стефана побивали камнями, он молился: «Не вмени им это в грех, Господи». Это любовь сверхъестественная, и она излилась в наши сердца Духом Святым. Когда вы стали христианином, вы призваны любить по-другому. Римлянам 5:5. Вы любите, потому что вы любимы Богом. В нас может закончиться любовь, как заканчивается бензин в баке, но Божья любовь в нас никогда не заканчивается, потому что сам Бог есть любовь, и любовь переплетается с Духом Святым. Иоанн, апостол любви, ясно говорит: «Если вы не любите брата, которого видите, даже если он римокатолик, даже если он харизмат, если он из церкви пробуждения, может, вы в чем-то с ним не согласны, но и вы не во всем всегда совершенны». Вопрос ведь не в том, вопрос в высшем законе, в царском законе, в законе любви, что вы должны проявлять любовь к своим братьям и сестрам, Божью любовь, и являть им Божью милость и благодать. И только тогда вы увидите движение Божие. Слава Богу, что сейчас в церкви нет того, что было 30 лет назад. Белые люди нападали на черных. Те, кто создавал систему образования, ее же и рушил. Среди них в парламенте были и преподобные отцы, и они формировали доктрины. В парламенте были священники, с их участием был узаконен апартеид. Церковь в этом участвовала. Вы притихли. Вы задаетесь вопросом, как вообще такое могло произойти? Как стало возможным, что, называя себя христианами, люди не понимают, в чем суть христианства? Это не доктрина. Послушайте, это не доктрина. Хотя мы берем это из Писания, но это больше понимание того, для чего пришел на землю Иисус. И также это проявление любви к этому миру, которую проявил на этой земле сам Иисус. Хотя, говоря о любви, легче сказать так: мы любим весь мир, потому что с этими людьми мы никогда не имели дела. Но послушай, эта сестричка во многом похожа на тебя. О, да, и еще. Это чья-то жена, чей-то муж, чей-то ребенок. Это чья-то теща. Послушайте, я еще раз повторю, что легче любить весь мир, людей, которых вы не знаете. Вы призываете кого-то: придите к Иисусу.
Вы их не знаете. Их любить легче, но если мы все вместе что-то делаем, вместе живем, вместе чем-то занимаемся, то обид не избежать. Любые отношения проходят разные стадии. Вы познакомились, потом у вас медовый месяц, и все так прекрасно. Вы женились на юной девушке, и вы так влюблены, просто по уши влюблены, и вы долго не встречались. Моя дочь, к примеру, вышла замуж довольно быстро, но проходит время, и ты понимаешь, что ее пальцы ног попахивают, точнее, не пальцы ног, но что ей тоже приходится чистить зубы. И вдруг не все в таком розовом цвете, как раньше. Выпьем колу или что там еще, пиноколада, шампанское, пузырьки вокруг. Вдруг ты понимаешь, у вас конфликт, и вы не сможете сплотиться, пока не пройдете конфликты. Да, повторю это снова. Вы должны разрешать ваши конфликты. Вы должны научиться с этим справляться и примиряться. И тогда вы станете все ближе и ближе. Поэтому если вы в церкви лишь до тех пор, пока вы совсем согласны, а в случае чего вы сядете на свой велосипед и умчитесь вдаль, называя себя одиноким рейнджером. «Жена, за мной, мы уходим отсюда». Поэтому, говоря о любви к людям, мы говорим и о том, что не должны оставлять своего собрания. Если Иисус спас вас здесь, Он знал, куда вас привести. Вы принадлежите Иисусу. У Него для вас есть определенное место, определенная церковь, где Он вас видит. Насажденные в Доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости, плодовиты, сочны и свежи. Вы не растение в горшке. Вы не сезонное дерево. Вы должны быть посажены Богом. Я говорю это потому, что за многие годы своего христианства я навидался того, как люди оставляют свою родную церковь, в которой они были много лет, и при этом называют это новым сезоном о жизни. Как так-то? Напомню. Мы не просто кирпичики сами по себе, мы слагаем строение, стройное строение во Христе Иисусе. Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер за мои грехи. Я исповедую, что Ты воскрес на третий день, и сейчас Ты живой. Сегодня я открываю свое сердце и приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Омой меня своей святой кровью. Прости мне мои грехи. Дай мне силу быть настоящим ребенком Бога. Спасибо за новое начало. Спасибо за то, что любишь и принимаешь меня. Я дома. Я Твой навеки. Я прощен. Я полностью оправдан. И я молюсь Тебе во имя моего Господа Иисуса Христа». Скажите вместе со мной: «Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я провозглашаю, что я живу под кровом Всевышнего, и поэтому я покоюсь под сенью Всемогущего. Я скажу Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Я знаю, Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Ты осенишь меня своими перьями, и под крыльями Твоими я буду безопасен. Твоя истина — щит и ограждение. Я не убоюсь». Скажите еще раз: «Я не убоюсь ужасов в ночи,
стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Не убоюсь коронавируса, заразы, опустошающей в полдень. Даже если падут подле меня тысячи и десять тысяч одесную меня, но ко мне не приблизится, только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Отец, ты обещал, что за то, что я сделал тебя своим Господом, своим прибежищем, за то, что я сделал Всевышнего моим покровом, никакое зло не приключится со мной. И никакая язва не приблизится к дому моему, потому что ты ангелом своим заповедал охранять меня во всех путях моих. Они понесут меня на руках своих, не приткнусь о камень ногою моей. Я наступлю на аспида и василиска, буду попирать льва и дракона. Отец, я благодарю тебя, что ты обещал, что за то, что я возлюбил тебя, ты избавишь меня. Спасибо, что ты возвысишь меня за то, что я познал имя твое. Во имя Иисуса я взываю к имени Иисуса. Я знаю, что ты слышишь меня, и ты избавишь меня и спасешь меня во всякое время. Поэтому я взываю к тебе, Иисус. Я знаю, что сегодня ты отвечаешь мне и защищаешь меня. Ты со мною во время скорби. Ты избавишь меня и прославишь меня. Во имя Иисуса никакое зло не приключится мне, потому что ты, Господь, мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться во имя Иисуса. Аллилуйя. Долготою дней, скажите, долготою дней ты насытишь меня, явишь мне спасение твое. Я верю, что я под защитой крови твоей. Моя семья, мой брак, мои дети, мой бизнес и все отношения под защитой крови Иисуса Христа. Никакое зло не случится со мною, потому что ты, Бог, защитник мой, ты мой хранитель, и ты мой Господь, ты мое прибежище во имя Иисуса. Если вы верите в это всем сердцем, воздайте Господу огромную славу во имя Иисуса. Аллилуйя! Восхваляйте Его и славьте Его. Аллилуйя! 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 Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Это все на сегодня. С вами были я, Анжелик, и Циди Божьих благословений. Если вас благословило это послание, и вы хотите сделать финансовое пожертвование на распространение Евангелия, то воспользуйтесь информацией, которую видите на экране.